Старобельский райсуд Луганской области снова избирает меру пресечения к главе фракции партии регионов Александру Ефремову. Его взяли под арест 30 июля 2016 года и обвиняют в организации захвата зданий Луганской облгосадминистрации и СБУ весной 2014 года, а также в посягательстве на территориальную целостность Украины. С момента задержания суд уже 12 раз избирал меру пресечения Ефремову, всегда в виде содержания под стражей на 2 месяца. Защита считает процесс политическим и требует освободить заключенного, поскольку ему до сих пор официально не предъявили никаких подозрений по основным статьям обвинения. Политическим процессом является тот, в котором лицо преследуется за то, что оно вступило в политическое противостояние с властью. При этом суть обвинения значения не имеет. Это может быть хулиганство. Это может быть нахождение за рулем там, в нетрезвом состоянии, это может быть все что угодно, в том числе те статьи, которые навесили, снова-таки не побоюсь использовать этот глагол, Александра Сергеевича Ефремова. Подозрение по делу 3798 мне не предъявлялось, вообще его не существует. Прокурорская группа под это дело не формировалась, ее вообще не существует. Почему адвокаты говорят, что здесь незаконно присутствует прокурор? Это согласно законодательству, которое у нас есть. Мера пресечения по этому делу 3798 мне не избиралась.